по славу короля Лича. Каску на варах. Где танчик? Мой мальчик погиб у враг гнева. Кому еще каску? Они каждую неделю обновляют с маунт. Да, по понедельникам. Лиса, вставай сюда. Алиса, в печенку иди вставай. Вот сюда. Жопой держи его, Крейг. Печенка, видишь, где? Иди сюда. А ты здесь? Я ему перепутал. Я тебя со звездой перепутал. Краски додай. Ты еще и таймер неправильно пашет. Где-то меньше, наверное. 19 секунд начал. Вот он плюнул. Хотите узнать, сколь могущественно имя короля Лича? Лимон забрал? Да, нормально. Перед трэшем ДК, Харпал, разливайте лу, чтобы трэш на вас, вас проще забрать, чем с РТД. Вот лейте лужи. Угу. Паладин из станы, может, да, 6 секунд стояли, не били никого, не кусали. Когда людей бьют, растет рагус. Соответственно, больше. Поэтому чем меньше бьет трэш, рейд, тем меньше метод, тем легче хилит. Рейка, ну идет. Вот шейпер. Нет. Ну, если что, кидайте его шейпер лучше. Они ромбит. Они ханту. Сегодня все с духом падает, да?
помните о чести, герои. Ну, довольно быстро его убили. Битва, никогда не отрекайтесь от нее. Клинит, да ладно. Открыли портал? Да, давно. ПЦ, Клинит. Ну, так фартануло с печенкой. Локу. Погнали женщин бить. Погнали. Ой, отошел, курнул 2 минуты быстро. Первое. Покажите ДПС, ДДшки какие-нибудь, кто не хилит, не танчит. Точечно играйте в... Спасибо. К2 вара в топе. Так да. Кто-то из говорил, что у нас только вары дамажат. Я только двух вижу. Есть среди них? Тот, который говорил. Нету. Ха-ха-ха. Это простая констатация, я никого не обижаю. Мастерова, ты вар? Или фуль? Игру клуб. А это вот кто-то из наших варов, да? Войт. Шейпер или... Или кто-то? Не нашим? Роми наш, да? Шейпер. Я успею. Вот, я сейчас по ЕП поменяю, мне Клинит уступил токен. Я сейчас себе начислю, ему уберу. Ну, второй покажи. Стоил. Эти стефоны БР. Мне кажется, по тактике самое сложное в этом ЦЛК это только трэшиться. Ну, там теперь надо 100% это. Снимать дебаф, ну, берсу, контент.
Да? Ну, я говорю про десятку. Ну, то, что я видел по видео. Валька вообще медленно летит. Какие 100%? Если танк дебил, блядь, я снимать не буду, нихуя. Танк сам, танк все делает сам, ничего там не снимаем. Слышь, вот, ты когда мы лича действовал, много раз... Ничего я не диспелил, я ничего не буду нахуй диспелить, если танк дебил, я не согласен. Просто ни разу пусть не идет видел, мозги ты... себе купит тогда и блять. Слышь, я просто не видел, чтобы ты что-то делал. Да я не диспелил, у тебя ты сам все делал. Ну да. Упало вот, достаточно станов, можно... достаточно всего, чтобы. Ну это если спех правильно. Ну да, в гере не проканает, если чуму будут носить фрейд. Поднимите, кто-то отъехала, пожалуйста. Отъехал. Склоняла я тебя, дружок. Немножко. Шредер, Шредер. Какой это item level? 258. И у тебя что, десятки нету в ЗА, что ли? Шредер, у тебя 9к в 25-ке, ты прикалываешься, что ли? А потом говоришь, почему тебя кикает ЗА. Там это где-то не мы. На этой собаке за хилам лучше вставать после. Зомби бежали к вам. То есть к собаке, а не... Что, что у него 4-4, а может он хочет поменять. Эти 10 освещенные. Шредер, смотри, даже так. В итоге он уступил мне эту печеньку. В итоге по приору после клинита иду я. Он себе ролил на демона, на main spec. Он сейчас в Афлике, он его тестит. А почему ты у Шредера около 13 тысяч должно быть ЕП? А, по приору. Шредер только выше меня. Как нахер сразу курить, если даже не подняли человека. Кроме. Так пою упал уже. Лахламанно, что было? Уже читал.
Даем отрез. Притяните водолак, он слева вверху сидит хорошо. Право тоже притяните. Отлично, ты встал. Обрезанный пиз. Я и побегаю. Побежал, как я сбегаю, покурю. Спортсмен курить побежал. Сзади трэш, ловушку. Идея с правой. Походу уже. Вторая ловушка. Подожди, а как же мобов полутать, ты шо? Мобор в другой стороне, пацаны. Все сразу тухлика побежали. Клак заканчивается. Ну тут дайте каску кулак. Я и на бочке на слизнях была. Будет рыбка? Рыбка будет? Рыбка, рыбку. О, рыбка. Какой-то отчет там. Что-то не понял. Да.
Да, приход, скорее всего, перед боссом. Точнее, пула. Сорват, одет слизнен, а уешет. Лучше пойди в мелизону, сделай большого, и я его... Стой там, что ты бегаешь-то бестолково сюда. Встань за спину боссу и бей его, что ты там бегаешь. Что на меня нафига? Испугалась, теперь не бьет, действительно. Она бегает бесполезно, бестолково. Это же не Гера, чтобы раньше держать, правильно? Она просто уже к Гере готовится. Слышишь, вот здесь люди начинают домогаться. Понял? Вот сейчас урон на 80 увеличен, сейчас у нас. Нет, достало взрывом. Слизнем. Но я не там умер, если что. Кровь да. Можно не видеть? Кровь я тоже за ней иду. Ого, да я поэт. Потрясающе. О, грудь на хули пау, ништяк. Ну, он сет, по-моему, да? Для хулик. Убийство, которое круче. Да, странно, не забудьте-ка там крутануть, кто последним будет выходить. Ну, только мне, больше никому. Ронни, мои. Собрал Ронни. Кровь, сейчас. Кровь не разролил. Шансунг объект. Престо объект. Ну, такое. У меня 213 премия с Накса. Для ВЕП роли. Если я не ошибаюсь, объект РЛ кинул на ролл в рейде. Йост проролил только клинит. А, ну так пусть дай страйт отдам, чё.
Да. А что, Юля? Спасибо. А клини-то отдал. Или мой объект вообще нахрен не нужен? Он не Элем. Африки арканы. Да, Элем пишет, что Элем и над объект, но не ролил при этом. По поводу объекта запоминайте, какие шмотки, там, каким классом канал. В данном случае такая разгонная трения, она только Афлику, ну, и Аркан Маку, да. Если под про кинуть, я под боль могу ее нормально тоже заюзать. Ну, шипы юзают, но гораздо реже, то есть, ну, такое. Это... ШПшнику она заходит, если у тебя нет чешки и, там, не знаю, талика. У меня конденсатор, есть и понятно. Я в Мелизоне? Да, иди в Мелизон. Скифон или Лачдан звезду, знаете кто-то? Одну спору в Мелизону. Ты с Макросом, что ли? Блять, нету спора в Мелизону, а не есть. Был один точно. А буря пропит, он там руки вверх, между буря, а урон как. Ну это только у тех, кто через старт так играет. Лео, почему не сбегаешься? На самом деле здесь такое преимущество дается на этом боссе. Заранее подать... Нет, можно заранее стать набрать раньше пульт. Нет. Две в Мелизоне.
35. Ну я, короче, не вижу, но он уже ответил. 30. Смотри, видишь, где у тебя рядом пути? Я знаю, меня просто аддоны закрывают. БЗ нажми перед этим. От, отъезжает, если не дай. ДК, дай прожим ПТ-4. Ля, на всех боссах 3К нормально. 10К. Красные штанишки, предбис. А ручки получше. Ручки неплохие. Странная сторона сеттера и носит большинство. Ой, теперь 25 ДС-а как-то нафармить. Внутрь не заходите. Кто? Сова, не помню. Вообще, кажется, тканевый грудак они носят, нет? А, с меткостью они. Вроде бы да, 5-10, но там кто-то что-то заменяет. У меня даже другой вопрос. Зачем ему штаны, если у него крафченые, скорость крит? Я тоже не знаю. Ну, меткости не хватает. Ну, хит, да, этих. Да, их иногда носят за меткости. Топ штаны на ШП. Надо и надо. Кто-то носит ЦЛК, кто-то носит Т-10. Там у каждого своя сборка, каждый через свой нонсет играет. Не знаю, что-то с 4 Т4 ДПС больше, чем 20-10-24. Знаешь, какой дает преимущество армсам этот тухлик? У поезда, да, это бисовый. Только с Геры ссылка. Дай мне, ты мне тогда не отдал шмотку, ты отдал Руми. О, на хила нормальная, предбис, ну как, кто как собирает. Зря, товарищ. Ну да. Эх, перчатки. Сейчас, не знаете, что вам надо. Ну у него 24, что хуже. Перчатки. А лучше бы плечи взял. Это четвертый. Товарищ ГМ, РЛ, у нас когда будет перекур? Чай я не закончился. Дико извиняюсь, но чем Шрайдер недоволен? Он из-за токена все с сурка переживает еще. Походу, да. Из-за того, да. Что там уступает кто-то что-то еще. Ну смотрите, я даже разъясню по-другому. Второй по приоритету был Зойл. Клинит уступил Зойлу токен. Даже если бы Клинит не ролил с самого начала, Зойл бы забрал, токен верно. Забрал бы Зойл. Ну, тут без вопроса. Это не то, что я был 3-й, 5-й, 10-й по приору. Я был 2-й по приоритету на этот токен. Я не могу понять, в чем сейчас такая проблема. Все правильно. Человек просто думал, что отдали в обход приора. Поэтому если вы покупаете кому-то шмотку, отдавайте только второму.
кто был после вас приор, иначе... Ну, так это и так и было. Так это я тебе писал, какой у тебя приор, Шредер. У тебя приор сейчас на данный момент 7. На данный момент у тебя 7. Чё, где Ивен? Ты кто там остался? Кто не зашёл? Какое здесь себе ГП списывает? Ты о чем? А, ты видел мой приоритет на данный момент с токеном? У меня же приоритет, если не ошибаюсь, там 5+. Я не могу понять, чё прикол. Если бы я списывал бы себе приоритет, я был бы в первом. Шредер, ты даже ниже меня, ё-моё. У тебя дон-то есть с ЕПГП? Ты сам можешь смотреть приор свой? Шредер. Вот кто накидывает себе ЕП, так это лаждан. 20 приора. Ля-ля-ля, сейчас Шредер поверит, нахер я это сказал. Сказал, а он сейчас поверит, что все лаждан накидывают приор по ночам. И забирают все РДД Трини в коллекции себе. Да, но дело в том, что это было в разных гильдиях, и в каждой гильдии разная тактика, я хочу услышать вашу. Войд, давай я в куклу. Она в АДК. А как его вообще держать? Угу. Где его вообще все время держать? Войд, слышишь, Войд, Громи хочет квест на шеем сделать, я ему готов куклу уступить. Чё скажешь? Вот, давай делать людям шеемы. Почему? Давай. Так он за мной дальше хреначит. Боб, киньте. Начались пельмени, не забывайте. Аги 25.
Пельмень. Нету. Пельмень про, еще один пельмень на 6 ДП. Купнуть без пельт, диван, да. Без пельт их тут. Клинит не вернется уже, да, я так понял? Да, сейчас, спасибо. Неправильно, правильно стоят на зеленом слизне. Что, в стенку откидываешь? Скифон с диваном, да? Да. Сними диван. Что все бафы снимет, но диван не снимет, да? О, снял. ВРК макрос на отмену дивана. Доброй охоты. Танком полезно, когда нужно.